Нас, пацаны, просто очень жалко. Подождите, кто здесь может кто-то отвечать? Я хочу сказать. Вот вы как старший человек здесь, да, проводите? Ну, хорошо. Это моя жена, я отец семерых сыновей. Они стоят в разных местах, но мне жалко вас как сыновей. Поймите, здесь очень много полегло ваших и наших. Очень много полегло. Зачем это делать? Вы просто или обманутые люди. Мы нормально живем, мы нормальная страна, мы на вас не нападаем. Вы ж... Поймите, у вас смерть в глазах. Понимаете, у вас в глазах смерть. Я не хочу сказать, я очень не хочу, чтобы вы были покойниками. Но Украина сильнее вас. Потому что Украина с Богом. Мы молимся. Весь народ стал с Богом. Вот, понимаете? Вы понимаете, да. Если мы уйдем, мы будем дезертировать. А? Если мы уйдем, мы будем дезертировать. Ребята, оставьте оружие. Ну, попробуйте. Мы вас не будем трогать. Выберите жизнь. Выберите жизнь. А? Мы вас. Мы вас.